Губернатор Владимир Владимиров подписал соглашение о развитии коммерческого лизинга сельхозтехники в регионе. Договор заключили на выставке Всероссийского дня поля. Глава Ставрополя отметил, доступность современной техники для наших сельхозпроизводителей – это залог развития АПК региона. Также подписали соглашение об открытии в Ставрополе филиала лизинговой компании. Это позволит увеличить количество приобретенной сельхозтехники и в целом ускорит техмодернизацию края, отметил Владимиров. Филиал находится к людям, которые в потребности имеют этой техники, тем проще нам договариваться о том, чтобы квоту Ставропольского края даже увеличивать. Плюс то, что мы обсуждаем, это дополнительные сегодня способы и дополнительное плечо, которое Росагролизинг выстраивает, не только напрямую технику, да, технологии поддерживать. Для нас важнейший элемент – это технологии, связанные с импортозамещением. Второй филиал, который мы открываем, выбор не случайен. Это мы давно взаимодействуем с регионом. Основные задачи филиала – это, естественно, в первую очередь, поддержка аграриев. Все наши программы будут здесь. Ну, по сути дела, мы становимся ближе к нашему клиенту. Не только в Ставропольском крае, но и во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа, на который распространяется работа филиала, в котором мы сегодня находимся.